Привет, Долгополс. Привет, Долгополчанин. У меня хорошая новость про тему Versus или просто Versus BM. Вот Витя Новацкий мне ответил, что хочет со мной побатлиться, но у него как бы есть свои условия. Ну, то есть он все правильно сделал. То есть если я хочу организовать Versus в Долгополсе, то мне надо организовать. То есть он правильно. То есть вот его какие условия. То, что мне написал БК. Дима, привет. Я слышал, ты меня вызвал на батл. Я соглашусь, если ты выполнишь мои условия. То есть первое условие. Мы будем батлиться под биты 140 BPM. Второе условие. Ты должен найти место, где мы это будем делать. Помещение. Третий пункт. Должна быть вся аппаратура, микрофон, колонки и так далее. Четвертый пункт. Должны быть люди, а не просто мы вдвоем. Нужны зрители плюс судьи, которые устроят нас обоих. Это вот последнее условие, то есть четвертое. Ну, хотя он написал, хотя судьи, и не самое важное, мне без разницы, кто будет судить. Если все это возможно выполнить, то я согласен. Если нет, я времени тратить не буду. То есть он все правильно написал. То есть я с самого начала сказал, что если ты вызываешь кого-то на батл, то ты должен сам это организовать. То есть Витя все правильно написал. Вот. И вот завтра я приезжаю в Долгополс, но это будет нереально организовать на этой неделе в Долгополсе. Да, кстати, Витя написал, что данную тему, как Versus, я хочу организовать только в Долгополсе. Не в Риге, а в Долгополсе. Также ему написал, что ну, придется, как и мне, отпроситься от работы, чтобы найти для этой темы, короче, время и с ним побатлиться под 140 BPM. Что же можно еще сказать, если я не сказал или не повторяюсь, то это хорошая новость, но... Это не так быстро мне это получится мне организовать в Долгополсе, потребуется время. Но я надеюсь, что если Витя, ты смотришь это видео, то я постараюсь это организовать Versus BPM с тобой, ну, чтобы побатлиться на битах, где-то в середине лета. Так что эта тема реально, зрители обязательно будут, потому что я думаю, что это видео просто расползется по всему Долгополсу. Вот, что же можно еще сказать. Так что ждите обязательно Versus BPM. Я организую эту тему. Ну, так что все будет, просто ждите. Вот. А ты, Витя, готовь текст. Главное, что ты не забыл текст. Вот. Я хочу, чтобы данная тема, ну, когда начнем батлиться, это было жарко и... До конца года Долгополс это было незабываемое мероприятие, которое пройдет, в общем, где-то в середине лета. Так что все, пишите свои комментарии, ваши сообщения. Больше мне нечего сказать. Если что-то не договорил, то это скажу в следующем видео. Поэтому все, всем пока, ждите меня в Долгополс. Скоро приеду.